皆さんこんばんは、安倍晋三でございます。Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Синдзо Абе. グロゼッツ副首相、そしてご列席の皆様。Уважаемая госпожа Городец, уважаемые дамы и господа. ロシアの施設の開会を心から歓迎したいと思います。東京でボリショイバレエ団のザハロバさんとドジジンさんのジゼルを見ることができる。今晩この夢のようなことが起こります。Позвольте от всей души приветствовать открытие русских сезонов. Сегодня в Токио мы сможем увидеть Жизель в исполнении Светланы Захаровой и Дениса Роткина из балетной труппы Большого театра. 皆さんは1分でも早くおそらく公演を見たいと思っておられるでしょうから、簡単にご挨拶は終えたいと思います。Сегодня вечером произойдет это событие, и я сам горю желанием как можно скорее увидеть этот спектакль, поэтому я постараюсь сделать свою речь как можно короче. これが実現したのはプーチン大統領の肝煎りで、ロシアが世界各国で文化行事を開催していくロシアの季節の実施を決め、その最初の開催地に日本を選んでくれたからです。Все это стало возможным благодаря тому, что при непосредственном участии президента Путина Россия приняла решение о проведении в разных странах мира культурных мероприятий под эгидой русских сезонов. В качестве первой страны проведения русских сезонов выбрала Японию. Путин 大統領が日本との文化交流をさらに進めていきたい、そういう意欲を示しておられることを歓迎したいと思います。私としても日本とロシアの間で文化交流、そして人と人との交流を進めていきたい、大切にしていきたいと思います。Это свидетельствует о проявлении желания президента Путина еще более активно развивать культурные обмены с Японией. И я от всей души это желание приветствую. Я со своей стороны также намерен придавать большое значение культурным и гуманитарным обменам между Японией и Россией.ロシアの文化には日本人の感性に訴えかけるものが数多くあるのではないでしょうか。例えば文学や音楽といった分野でロシアの作品をこよなく愛する日本人の方々がたくさんおられます。Мне кажется, что в российской культуре есть много что-то, что находит отклик в эстетическом восприятии мира японцам. Например, много в Японии из тех, кто любит литературу и музыку России. 来年には日本とロシアの双方でそれぞれの文化を紹介する日本におけるロシア年、そしてロシアにおける日本年が開催されます。ロシアの季節で一歩踏み出した文化交流が大きくさらに開花していくことを期待しています。На протяжении всего следующего года будет проходить год России в Японии и год Японии в России, которые представят культуру каждой из стран. Это уникальный шанс в еще большем масштабе развить то течение культурных обменов, шаг вперед в которых уже был сделан благодаря русским сезонам.それではお約束通りここで私のスピーチを終えさせていただきたいと思いますが、世界最高のボリショイバレエ団のザハロバさん、そしてロジチンさんのジゼルを一緒にこれ行くまで楽しみたいと思います。ありがとうございました。Как я обещал, на этом я хотел бы завершить свою речь. И давайте же вместе от души насладимся спектаклем Жизель Светланы Захаровой и Дениса Роткина.Из лучшей, прославленной на мире балетной труппы Большого театра. Спасибо за внимание.